Нужно ли начинать рассказ с детства? Вы не смотрите на то, что перед вами стоит вполне себе взрослый юноша. Дело в том, что душа у него ясная, как у 5-летнего ребенка. О чем поешь ты, птичка, в клетке? О том ли, как попалась в сетку? Как гнездышко ты вила? Как тебя с подружкой клетка разлучила? Или о счастье твоем в милом гнездышке своем? О свободе ли, лесах, о высоких ли холмах? Скучно, бедняжкин, на жердочке сидеть. Старое вспоминаешь, свое горе забываешь. Семечки клюешь, жадно водичку пьешь. Родился наш Витя в Астраханской губернии. Происходил он из старинного купеческого рода. Дед добился для семьи Хлебниковых звания почетных граждан Астрахани. Дядя написал книгу «Физика земного шара». Отец – орнитолог, мать Вити – историк. Семья находилась в частых разъездах. Маленький Витя вырос и отправился учиться в Казанский университет, который к 1903 году уже считался беспокойным из-за нарастающих студенческих протестов. Как-то вечером Хлебников с сокурсниками запели у стен института в память о несправедливо осужденном студенте. Тогда было приказано задерживать всех, без исключения, нарушителей порядка. После тюрьмы Хлебников переменился. Вся его жизнерадостность исчезла. Он с отвращением ходил на лекции или вовсе их не посещал. И вскоре подал прошение об отчислении. К тому времени Витя уже начал пробовать себя в литературе, и свою первую вещь он послал на отзыв Горькому. Уважаемый и дорогой писатель, я посылаю вам первое свое литературное детище. Дорогое мне, так как оно написано в минуту искреннего и сильного чувства. Я сам не знаю, имеет ли оно некоторые достоинства или нет. Оно одна сплошная наивность. Тот ответил отказом в публикации, но Хлебников уже расправил крылья. Поэтому не стоит удивляться, что его первая публикация состоялась очень скоро. Правда, это была статья об открытии нового вида кукушки, что, впрочем, тоже неудивительно. «Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, и с государственной печатью взамен серьги у уха. Ты поворачиваешь страницы книги той, где почерк был ножом руки морей, чернилами сверкали ночью люди, расстрел царей был гневным знаком восклицания, победа войск служила запятой, а полем многоточие, чье бешенство не робко, народный гнев воочию и трещины столетий скобкой». Первое решение искать законов времени явилось на другой день после Цусимы. Мне нужно найти оправдание смертям. Его новые произведения покорили сердца литературного бомонда. Поэтому Хлебников отправился в Петербург. У Велимира Хлебникова были с собой чемоданчик и наволочка, набитые скомканными бумажками или просто обрывками листов. «Рукописи», – бормотал Витя. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешечных смеяльных! Смех усмейных смехачей!» Гениально! «Мы призываем чтить права поэтов на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования». «Нужно бросить Пушкина, Достоевского,
Толстого и прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не познает новой. У колодца, расколоться, так хотела бы вода, чтоб в болотце, в позолотце отразились повода. Мчась, как узкая змея, так хотела бы струя, так хотела бы водиться, убегать и расходиться. Убегать и расходиться, чтоб ценой работы доботы зеленее стали чоботы черноглазые я. Шепот, ропот, неги, стон, краска темная стыда, окна избы с трех сторон, воры сухие стада. О Хлебникове говорили все как о гении и реформаторе, а сам Хлебников не говорил о себе вовсе. Только кланялся и улыбался. Языки на современном человечестве – это коготь на крыле птиц, ненужный остаток древности. Критики говорили, что Хлебников вывел поэзию за грань литературы. Еще недавно стихи казались только ее жанром. Хлебников же понял, что у поэзии свой язык и свой закон, что многое, не имеющее смысла в литературе, приветствуется в поэзии. На приезд своего собрата из Италии наш отец русского футуризма высказался однозначно. Маринетти смотрит на свое путешествие в Россию как на посещение главой организации одного из ее филиалов. Этому следовало дать решительный отпор. Мы не только не считали себя ответвлением западного футуризма, но и не без оснований полагали, что во многом опередили наших итальянских собратьев. Религии дают свою картину мира, наука же свою, верную. Надо лишь открыть закономерности истории, выраженные в математических формулах, ибо нет ничего точнее математики. Хлебников поставил перед собой задачу математически понять историю. Свой будущий труд он решил назвать грандиозно – «Доски судьбы». Даже его новая книга заканчивалась небольшой таблицей «Взор на 1917-й». В ней был приведен ряд дат, когда погибли великие государства прошлого. Последняя строка гласила: «Некто 1917-й».
для неведомой судьбы, для неведомого боя нагибались дубы нам ненужной тетивою. В пеший полк 93-й я погиб, как гибнут дети. Нельзя, плывя против течения, искать у него поддержки. Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы с нею в ногу шагая, беседуем с небом на «ты». Революцию Хлебников встретил как истинный поэт, воодушевленный новым миром. Но вот ее последствия оказались для него неожиданными. Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, вышедшие, шатаясь из столовой советской, знаете ли, что целый великий край, может быть, станет мертвецкой? Но неужели от голодной недели вы ударитесь рысаками в бега, когда над целой страной повис смерти коготь? Это будут трупы, трупы и трупики смотреть на звездное небо. А вы пойдете и купите на вечер кусище белого хлеба. Но знайте, на Волге засуха — единственный повод, чтобы не взять, а дать. Волга всегда была вашей кормилицей. Теперь она в полугробу. Что бедствие грозно и может усилиться, кричите, кричите, кустам взяв трубу. Осенью 1921 года, с приближением холодов, Хлебников пытался убежать от голода, отказов в печати и всеобщего непонимания на Кавказ. Кругом нищета и разруха, а там есть надежда получить даром обувь, одежду. Но если поездка туда была из области фантастики, то горячо любимый Восток оказался вполне реален. Знамя председателей земного шара, всюду следующее за мной, направляется прямиком в Персию. Живется здесь очень скучно. Дела никакого, общество искателей приключений и шайки авантюристов. Зато в смысле продовольствия здесь никаких затруднений. Но доски судьбы звали поэта на родину, умоляя закончить их и издать. Я ехал 7 дней из Баку в Пятигорск и был полумертвым целый месяц после того. Я приехал совершенно босой. Курил доски, ходил как острожник. Смотрю на смерть, как на временное купание в волнах небытия. Ехал в Москву в одной рубашке. Юг меня раздел до последней нитки, а москвичи одели в шубу и серую пару. Хожу с Арбата на Мясницкую, как журавель. Готовлю книгу. Не знаю, выйдет ли она в свет. В столице его встретили старые друзья Крученых и Маяковский. Они обеспечили его жильем и поспособствовали тому, что Хлебников стал членом официального союза поэтов. Тем не менее, поэт печатался гораздо реже, чем раньше. Трактат «Доски судьбы» и вовсе печатать никто не хотел. Глупость. А ведь Хлебников вернулся именно ради него. Весной поэт начал страдать от приступов лихорадки. Он хотел вернуться домой, в Астрахань, но вскоре после приезда в Крестцы Хлебников слег, пораженный параличом. Врач в поселке сказал, что смертельной опасности нет, и торопиться с поездкой в Петроград не стоит.
Но уже через 2 недели стало очевидно, что это не так. Окончательно отнялись ноги, развелась гангрена, и Хлебникова выписали из больницы в Крестцах уже как безнадежного больного. Митурич перевез почти полностью парализованного поэта в Санталово, и 28 июня 1922 года в 9 часов утра Хлебников... Я умер. И засмеялся. Просто большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак «да» заменился знаком «нет». Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнавал вселенную внутри моего кровяного шарика. Я узнавал главное ядро своей мысли, как величественное небо, в котором я нахожусь. И я понял, что все остается по-старому. Но только я смотрю на мир против течения.